У нас. Вот примерно как сейчас делает Куприянов, только быстрее. Аватар приходит в этот зал и должен как-то уйти. Должен как-то уйти вот сюда, в подвал. Направить в подвал. Отсюда. А где подвал, Марусь? Туда? Вниз? Блять. Розетка. Красивая. Красивше, чем такс. Слушай, ты слышишь? Что? Это пиздец. Встань ровно на мое место, мамочки. И попробуй поговорить. Акустика потрясающая. Слышишь? Вообще уникально. Причем я тебя не слышу вот в этой акустике, которую ты сейчас сама слышишь. Потому что ты меня тоже не слышала. Знаешь, спецэффект какой? Ребят, вот сюда встаньте и попробуйте поговорить. Вот здесь, вот ровно по центру. Попробуй. Попробуй. Говори. Раз, два, три, четыре. Да, классно, кстати. Да, что, вообще, просто... Да? А, причем, а я этого эффекта от вас уже не слышу. То есть вот уже на расстоянии этого эффекта. Знаешь, ровно вот тут. Только ты изнутри стоишь, его слышишь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Истерически разнервничавшегося конституционалиста Константина нашли акклиматизировавшимся в конституционном Константинополе со спокойным достоинством, изобретавшим усовершенствованные пыли пневмомешковыколачиватели. Пиздец, как отшибает от потолка. Вот прям надо ровно, даже вот так уже не здесь, а вот прям идеально в центре встань. А вот почему? За счет чего? Вот за счет свода этого. Видишь, там в потолок идет, да, может быть, вот может вообще в ней какая-нибудь фишка. Вот прям в одной точке, представляешь, прям грохочет. А я вот рядом с тобой стою, уже не слышу. Раз, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Смотри, встань сюда и потри здесь ногой. Давай. Ну, где, я же не слышу. У тебя, знаешь, получается, как будто у тебя стерео включается. Сейчас, только надо место. Не, сейчас не слышу, пока подожди. Потри. Я прямо шорох прямо. Слушай, ты вот какую-то, видимо, в идеальную точку встал, вот. Потому что я... Вот, встань сюда, где я, да, и по три ногу не дай. Сейчас, подожди, сейчас. Сам еще раз повтори. О! А вот место, вот оно. А, ну ты стоишь вот где? Да, все, понял. Вот а ты вот здесь стоял. Да. Да. А-а-а! Пипец, это же вообще волшебное место какое-то. Пипец. Вот оно. Вот тут даже меточка. Вот этот. Вот он маленький. Да, треугольничек, вот этот квадратик. Вот он. Пипец вообще. Иди сюда, иди. Ровно сюда встань, вот сюда, и поговори. Вот здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не слышишь? Что? Значит, не нашел места. Места не нашел. Раз. Повернись. Тут начинается такой потрясающий эффект, в уши заливает. Нет? Вот ровно в центре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Может, темп голоса работает? Сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, раз, два, три, раз. Во, во. Бля, пипец. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. О! Вот ровно тут. Вот здесь. Раз, два, три, четыре. Может, повернись? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре. Не заливает? Раз, может, несколько человек здесь прошло. Пипец, какой эффект. В уши прям. В уши звук в четыре раз. Во, в пять раз усиленно идет. Ну, это от этого? Да, от свода. Вот, я вот здесь нашел. Вот здесь, видишь, твой? Я может... в другом месте нашел. И причем я, стоя от тебя на расстоянии полметра, уже этого не слышу. Только ты слышишь. Должны по квесту потом оказаться в подвале. Выбежать вот отсюда, и это мы возле самого входа в дом. И пойти, это я просто для камеры себе, чтобы потом писать, и дальше вход в подвал. Каким образом мы оказываемся в подвале, собственно, предмет для квеста. Так, осторожнее, здесь дыра в полу. Очень-очень холодный подвал. Очень холодный подвал. Давайте исходно вернемся, ребят.